поднимайте на середину. Так, смена рефери. Вместо рефери Оганесяна Манвела Деканенко Виктор Норильский. Представляю бойцов. Боец с красным поясом. Зарубин Александр представляет команду Московской области 1999 года рождения. Является кандидатом в мастера спорта. Стаж занятий 8 лет. Количество боев и побед не ведет. Лучший результат победитель. Первенство России 2014 года. Тренируется под руководством Тацона Дениса. Боец с синим поясом Утев Денис представляет команду Алтайского края 1999 года рождения. Имеет первый разряд, стаж занятий 8 лет. Количество побед и боев не ведет. Лучший результат, призер Федерального округа. Тренируется под руководством НАТО. Готовится бойцы весовой категории до 60 кг. Гасанов, Омская область, Девчатов, Никита, Московская область. Движение не считать.
нокдаун не считать. Тридцать секунд боя. Александр, Московская область.